Kids Party TV. Приветствую вас на канале Kids Party TV. Сегодня мы с вами нарисуем динозавра, а именно стегозавра. Это такой с большим горбом. Рисуется он очень просто. Он горбатый, поэтому рисуем горб сначала. Затем нарисуем голову. Дальше шею. Передние лапки. И здесь заднюю лапку побольше. Пузо. И здесь четвертую лапу дорисуем ему. И хвост. Вот такой получился у нас динозаврик. Я его сразу хочу оживить. Нарисуем глазки, ротик, конечно же, в улыбочке. И теперь будем рисовать защитные вот эти пластины. Они у него были как лепесточки. Вот видите, вот такого плана. Рисуем большие. И потом они ближе к хвосту становятся, все меньше становятся. А здесь на хвосте он у нас, чтобы защищаться, были у него такие шипы острые. Вот так. Три шипа нарисуем. И теперь в эту сторону пластины. Лепесточки. Пластины, лепесточки, да? Все меньше и меньше, помним, да, они у нас становятся. И здесь такая маленькая пластина. Теперь я хочу его разрисовать. Разрисовывать мы будем и фломастерами, и красками. Начнем с того, что я его сделаю салатовым, вот таким зелененьким. Зелененький он был. Вот так, поляпаю, поляпаю, поляпаю краской. А затем возьму кисточку. Может, мы зеленый смешаем с каким-то? Или не стоит? С желтым, может. Кстати, мы ему вот здесь на пузике сделаем такой желтее, да? И возле мордочки можно желтенького добыть. Можно и на хвостике. Вот. Берем кисточку. Побольше. Мочим ее немного в водичку. И теперь зарисовываем. Зарисовываем здесь. Смешивается у нас на мордочке желтый с салатовым. Получается мордочка светлее. И здесь у нас будет более насыщенный салатовый. Вот такими простыми движениями у нас вырисовывается яркий, красивый динозавр. Вот так. Да, интенсивненько, интенсивненько. Здесь как-то у нас вроде не особо видно желтый хвост. Сейчас посмотрим, что у нас с пузиком у нас получится. Мы его вот так не сильно будем растушевывать, немножечко так вверх, вверх. Так, дальше лапку нарисуем. Немного фломастер черный тоже за краской тянется. Стараемся не находить на черную линию, чтобы не выглядел наш рисунок потом запачканным. А здесь я хочу сделать фломастерами, разукрасить наши шипы или пластины, как это сказать. Абсолютно в хаотическом порядке. Вот сейчас будем брать разные цвета и рисовать. Я хочу сделать их яркими. Можно вот так по несколько сразу делать. Вот так. Есть. Сюда теперь нарисуем. Есть. Смотрите, это розовый у нас. Пластины. Какие цвета ваши любимые? Вот мне интересно. Вы знаете, я, пожалуй, люблю, наверное, больше всего вот голубой, бирюзовый такой цвет. Цвет неба. Так, желтый давай и здесь сделаем. Посмотрим, как он будет смотреться у нас. И добавим где-то здесь. Вот. Розовых у нас три получилось пластины. Желтых я пока не сделаю две. Если нужно будет, добавим. Так, теперь голубой хочу сюда вот посередине. Такой самый заметный центровой цвет яркий. Вот, как я же говорила, мой любимый голубой. Поэтому, видимо, он мне и занял там основное место посередине. Но сейчас, когда мы разрисуем все, то это не будет так бросаться в глаза. Тоже сделаю два. Дальше возьму оранжевый. Вот здесь нарисую оранжевый. Эту пластину.
Есть, так, еще где-то, давайте вот здесь, наверное, да? Для семьи три фиолетовым сделаем здесь. О, какой яркий фиолетовый. Мне тоже очень нравится этот цвет. И здесь. Вот, есть. Красный. Все, бог ты мой, сколько много у него шипов. Какой он весь яркий и красивый. О, вот еще один забыли. Значит, тоже красным его сделаем. Есть, все. Все пластины нарисовали. Теперь сделаем шипы. Шипы сделаем темно-зеленым. Давайте. Чтобы здесь было хорошо видно. Вот такой красивый зеленый цвет. Практически в цвет нашего динозавра. И еще мы сделаем траву. Траву, я думаю, мы сделаем из нескольких цветов. Не в воздухе же он у нас витает. Вот такими вот простейшими штрихами. И делаем одним цветом зеленым. Затем вот таким салатовым цветом сверху еще. Так наша трава будет смотреться объемнее, красивее. И еще желтым цветом сейчас добавим. Немного выгоревшей травы, так сказать. Да, ведь молодая трава у нас сочная, зеленая, а выгоревшая уже становится желтой. Вот такая красота. А я бы еще даже и тучки добавила нашему динозавру, да, чтобы не так ему солнышко сильно светило. Вот так они у нас немного будут. Вот такие облака слегка так будут выходить на наше изображение динозавра с динозавра. Он, кстати, был травоядным, мясо не кушал. Поэтому это логично, что мы его нарисовали с травкой. Он у нас был вегетарианец. А каких еще вы знаете травоядных динозавров? Вот так. Вот такие тучки. Каляки-маляки. Как я люблю калякать-малякать. Это так успокаивает. Ну что ж, друзья. По-моему, все получилось очень даже хорошо. Присоединяйтесь к рисованию вместе с каналом Kids Party TV. Обязательно ждем вас в следующем видео. До встречи. Пока-пока. Kids Party TV.